Всем привет, друзья! Вы на канале Дарина и Анжела ТВ. Сегодня у нас будет очень интересное видео. У кошечки Алисы и у котика Артемки родились котятки. Ну и сейчас ее мама Анжела и папа Том собираются ехать к ней и смотреть ее красивых кошечек. Анжелочка купается, а вот Томик уже пошел одеваться. Что же он оденет? Вот такая красивая золотая ванна у Анжелы. А вот что же у нас выберет Том? Он выбрал вот такую вот форму пожарного. А вот Анжелочка кушает. И опять чистит зубки. Еще Томик выбрал рыжие волосы. Ну а пока они занимаются своими делами, не забудьте подписаться и поставить лайк. Ну а Анжелочка пошла переодеваться. Какое же она платье оденет? Наверное, это будет очень красивое платье, потому что она очень-очень любит, наверное, своих внучечек-кошечек. Это было вот такое вот красное платье. И сейчас что она еще оденет? Она одела классические туфли-лодочки, они тоже красного цвета. Какую же она выберет прическу к своему платью, пока ее любимый котик Том играет в баскетбол? И она выбрала вот такую вот прическу с цветочком, весеннюю прическу. Какие же глазки она возьмет? Она взяла красные глазки, а вот котик Том играет с гирей. А теперь Анжелочка будет краситься. Она нанесла ярко-красные румяшки. Что же она еще нанесет? И она, кстати, купит своим котичкам-внучечкам хорошие подарочки. Вот котик Том принесет для своей дочечки Алисы красивый букет роз. Так, Анжелочка красится, наносит ее красивые реснички. Ну а также серебристую помаду, потому что у нее серебристый браслет. Пока ее котик Том играет на барабане. Такая вот красавица наша кошечка Анжела. Ну и красавчик котик Том. Ну а сейчас мы поглажим нашу кошечку Анжелу, чтобы ей было не так скучно, пока котик Том играет на барабанах и поет вместе со своим любимым питомчиком Плюхом. Ой, как нравится наша Анжелочка, когда мы ее гладим. Ну а пока мы гладим нашу кошечку Анжелу, не забудьте подписаться и поставить лайк. Ну а также написать свой комментарий. Ой, как нравится нашей кошечке Анжели, когда ее гладят, и как нравится нашему котику Тому. Ну а теперь посмотрим, как же собираются Алисочка и Артемчик. Артемчик уже проснулся и идет в туалет. А вот и проснулась кошечка Алиса в красивой розовой шубке. И тоже захотела в туалет. Но сначала перешла на новый уровень и будет чистить зубки, пока ее любимый котик Артемка купается. Они сегодня очень рады, что у них родились красивые две кошечки. Так, Алисочка чистит зубки. Почистила наша Алисочка зубки, идет в туалет, а котик Артемка уже идет кушать. Что он не хочет, а все, хочет он чеснок, а вот Алисочка купается зеленым мылком. Правда, у нее шортка розовая, но ничего. Так, Артемка сходил еще раз в туалет, ну а теперь Алисочка скупляется, а вот Артемка идет переодеваться. Что же он наденет, пока Алисочка кушает? Он надел вот такой вот костюм кондитера. Видимо, он будет готовить тортик своим девочкам, когда они чуть-чуть подрастут. А Алисочка пошла опять в туалет и опять чистить зубки. Она так же, как ее мама Анжелочка, очень любит чистить зубки. Так, вот такой вот красавчик котик Артемка. Ну, а также красавица кошечка Алиса. Но сейчас мы сделаем чуть-чуть другой образ. Она станет еще красивее. Так, наш котик Артемка, кстати, на 52 уровне. А вот кошечка Алиса на 216. Так, что выбирает Алисочка? Она выбрала белую шубку. Ну, а также розовые глазки. Что-то задумала наша Алиса какой-то красивый наряд. Туфельки на каблуках она снимать не стала. Видимо, хочет быть в них. Что она еще наденет? Красивые вот такие вот брючки с цепью черного цвета. Ну, а также... В
вот такую вот красивую футболочку с рюшечками розового цвета. И с пуговичками. Ну вот, а котик Артемка боксирует. А сейчас кошечка Алиса выбирает прическу. Выбрала вот такую вот косу на одну сторону. Коричневого цвета. Красит реснички наша кошечка Алиса. А котик Артемка играет на барабанах. Рисует стрелочки кошечка Алиса. Ну а также берет красивые светло-розовые тени без блесток. А вот котик Артемка играет в баскетбол. Но он заболел, его нужно полечить, потому что сегодня у него родились котятки. Ну, вернее, не у него, а у его любимой кошечки Алисы. А вот теперь Алисочка будет краситься. Она что у нас хочет? Она у нас хочет какую-то красивую помаду, но она не будет брать вот эту коричневую, а возьмет, наверное, обычную розовую. А вот котик Артемка боксирует. И опять играет на барабанах. А кошечка Алиса едет за покупочками для своих кошечек, малышек, дочечек. У них, кстати, родились близняшки. Но она их одела по-разному. Одну близняшку Сонечку одела в розовое, а Аминочку в зеленый такой бирюзовый. А вот Артемка катается на качельках, а Алиса раскрывает свои покупочки. Вот, ей попалась такая пироженка для кошечек, ее дочечек. Так, что у нас дальше пойдет делать кошечка Алиса? Хочет в альбом или не хочет? Куда она у нас теперь пойдет? А вот и фоточки наших кошечек. Аминочки и Сонечки. Это котята наших Алисочки и Артема. А вот уже и приехали родители кошечки Алисы. Анжелочка принесла подарки. А Томик букет цветов, и им очень понравились детки, внучечки. Ну а теперь красивые танцы от наших кошечек, от Алисочки и от Анжелочки. Смотрите, как же они будут красиво танцевать. Вот так вот красиво крутится наша Алисочка на каблуках. Ну и только начинает свой танец, ее мама, кошечка Анжела, нашлет своей дочечке сердечко, чтобы ее котятки росли здоровыми и сильными. Ну и вам тоже сердечко, чтобы вы не забывали подписываться и ставить лайк. Так, вот так вот красиво танцует наша кошечка Алиса, ну и не менее красиво танцует кошечка Анжела. Она, кстати, уже закончила свой танец, ну и что же ей дадут? И ей дали вот такие вот красивые тени, сейчас она их накрасит. Они как раз очень хорошо подходят к ее платью. А вот Алисочка прыгнула в шпагат. Еще она взяла, наша кошечка Анжела, красивую красную помаду. Ну а сейчас вы увидите, как же поздравляют наши котики, кошечку Алису. Так, они сейчас будут разукрашивать картины. Один из них, это, по-моему, котик Артемка, взял картину с китом, а вот котик Том взял картину с батутом. И вот так вот красиво они их разукрашивают. У котика Артемки получился очень красивый кит. Но вот у котика Тома очень красивый батут. Но они еще не дорисовали свои картины, поэтому, наверное, в будущем они будут выглядеть еще лучше. Ну а пока они их рисуют, не забудьте подписаться, поставить лайк, ну а также написать свой комментарий. Так, котик Артемка. Или это котик Том? Нет, это котик Том рисует батут, а вот котик Артемка кита. Ну и скоро я уже буду с вами прощаться, потому что наше видео уже подходит к концу. Я думаю, вам понравились очень котятки. Ну а теперь всем пока-пока, до новых встреч. И наши котики вам тоже говорят пока. Пока, наши любимые зрители. Ставьте лайки. Пока.